Всем привет! Это Ринго Стар, барабанщик культовой группы Битлз. А это Мастер Ринго, молодой блогер, который занимается тем, что показывает различные способы заработка в интернете. Многие спрашивали меня, является ли Мастер Ринго фуфлагоном или он толкает действительно рабочие способы заработка. Также многие упрекали меня в том, что я не включил в свой прошлый ролик про фуфлагонов Мастера Ринго. Но на самом деле это от того, что он заслуживает отдельного ролика, который вы сейчас, кстати, и смотрите. С вами снова Дмитрий Костин, и мы начинаем. Итак, начать бы я хотел с самого начала. Мастер Ринго – молодой блогер, который в свои 27 лет имеет уже более 170 тысяч подписчиков и галочку на YouTube, за что ему, конечно же, можно поаплодировать. Также он снимает ролики на тему проверки различных сервисов по заработку и даже не обходит стороной разбор различных лохотронов. Но на этом я хотел бы завершить свои похвалы, так как, судя по превьюшкам, здесь нам кушать не дадут. Ведь снова мы видим очередные заголовки типа 50 рублей в минуту, 120 рублей в минуту, 2700 рублей каждый час и прочие чудеса. Но может все-таки, конечно, это не фуфло? Давайте проверим. И чтобы убедиться наверняка, сегодня я разберу три схемы Мастера Ринго. А ну стопэ? Да ладно. Артем, ты что, подписан на мой паблик ВК? Блин, зачем? Как мне теперь разбор на тебя делать? Теперь как-то даже немного неудобно. Или ты специально подписался, чтобы не пропустить видео про тебя? Так что ты уж извини, но народ требует. Тем более про тебя действительно есть что рассказать. Для заработка вам потребуется пару минут, и то это время вы будете тратить только лишь на то, чтобы заходить и просто снимать деньги на свой кошелек. Ну давай уже, не томи, а то ты так вкусно рассказываешь. Друзья, для начала заходим на сайт Promo Era, его название есть в описании, и проходим здесь самую обычную регистрацию. Итак, нам придется поработать на сайте Promo Era. Ну, как поработать? Судя по описанию, мы будем получать доход в пассивном режиме. Просто программа будет использовать наши аккаунты от социальных сетей для проставления лайков, репостов и подписок. Для того, чтобы добавить аккаунт, просто вписываем логин от аккаунта и ваш пароль. Я на этом сайте работаю уже 4 дня. Для наглядности я вам снял эти аккаунты, чтобы показать, как их добавить. Поэтому давайте я их сейчас добавлю и покажу, что будем делать дальше. Все, друзья, я аккаунты добавил, и теперь наш заработок пошел. Ага, запоминаем. Он работает 4 дня и заработал около 10 долларов, при этом выполнив более 18 тысяч задач, судя по его статистике. И сейчас у меня на балансе 9 баксов и 56 центов, потому что 50 центов нам дали, опять же, за регистрацию в подарок. И давайте, друзья, я сейчас 5 часов вот просижу на этом сайте. Итак, смотрим. На сайте у меня было чуть меньше, точнее, чуть больше 9 баксов, сейчас у меня уже 10 баксов и получается 12 центов. Итак, Ринго вернулся через 5 часов, и что же мы такого интересного видим? Автор заработал чуть более доллара, при этом выполнив в районе 2000 заданий. Ну, то есть было выполнено 18 тысяч, а теперь стало, грубо говоря, 20 тысяч. Ну, за 5 часов неплохо, в районе 85 рублей срубить, с учетом того, что это полный пассив. Далее Ринго показывает нам, как он выводит 10 заработанных баксов, и вроде бы все доходит. Ну что ж, осталось только повторить. Давайте же попробуем заработать в сервисе Promo Era. Регистрируемся и входим в личный кабинет. Старина Ринго не соврал. Нам действительно начислили 50 центов бонусом. Так, давайте-ка теперь пойдем в социальную активность и вобьем туда 3 аккаунта ВК. Естественно, свой основной аккаунт я никуда не сую. Это мои старинные фейки. Сочные, настоявшиеся, уже лет 5 со мной. Немало мне, кстати, помогли в свое время. Расскажу потом, куда я их еще тыкал, а пока у нас Promo Era. Итак, аккаунты заряжены и переведены в рабочий режим. Остается только ждать. Значит так, на дворе у нас 20 ноября, час 30 ночи. Проходит буквально пара минут, и мы видим, что на нашем балансе уже 52,2 цента. Так, есть контакт. Аккаунты пошли в бой. Ну да ладно, утро вечера мудренее. Пошел-ка я спать, а то уже рубит нереально. Завтра посмотрим, что да как. Но для вас пройдет всего лишь мгновение. Итак, сегодня у нас все еще 20 ноября, но уже 8 часов вечера, а на балансе у нас 58,5 центов. Что-то как-то не густо. Почти за сутки всего 8,5 центов. Ну да ладно, посмотрим местные достопримечательности, а именно рекламную бегущую строчку. Здесь любой может оставить свое объявление, естественно за денежку. Оу, кого я вижу, это же Ричи. Это довольно известный пирамидаст, постоянно в хайпы зазывает. А это у нас какой-то молодой блог по заработку, который пытается пробиться. Ну да ладно, хер бы с ними, это нам ни о чем не скажет. Что там у нас с заработком? Может с аккаунтами что-то не так? Да нет, все три в работе. Да и вручную я заходил на каждый аккаунт. Все они работают, никаких блокировок нет. Как бы все абсолютно нормально. Но задания почему-то давно уже не приходят. То есть программа не берет наш аккаунт. Ну ладно, давайте подождем еще, может быть ему надо отдохнуть.
Итак, прошло еще чуть больше суток, на дворе уже 23 ноября, около часа ночи, а на балансе у нас 59, мать его, центов, даже без 1/10. То есть аккаунты работают, а вот центы капают слабо. Сами смотрите, 0,5 цента более чем за сутки. Вот это пассив. Знаете что, манал я в одно место такой пассив. Ладно, давайте ради интереса добавим 4 инстаграм-аккаунта, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Добавлять их было намного сложнее, так как пришлось подтверждать личность по электронной почте, но тем не менее все 4 аккаунта были заряжены в работу. Итак, двое суток спустя наш баланс поменялся и наконец пробил отметку в 60 центов. Только это меня не сильно радует. Всего за 5 суток с 7 аккаунтов, причем полностью рабочих, я заработал, не считая бонуса, всего 11 центов. Что это за хрень? Это пассивный доход типа, да? Аккаунты встряли и денег больше не приносят. Может быть максимум 2-3 задания в день будет, но это ничто. Сами посмотрите, 11 центов за 182 задания. А вот у Ринга было выполнено 20 тысяч заданий, за которые он заработал $10. Тут-то и возникает вопрос, как тебе это удалось? Ты подключил сразу 1000 аккаунтов, что ли? Не думаю. Ты избранный, поэтому твои задания выполняются чаще? Да вряд ли. Может быть, ты VIP-пакет купил за $10? Да точно нет, ведь в транзакции-то не было поступлений. А оплачивать пакет можно только с баланса. Да и партнерской ссылки у тебя под видео нет, просто название сервиса. Кстати, почему ты не кинул партнерку? Под другими роликами кидаешь партнерские ссылки, пропущенные через сократитель типа Bitly, и ничего, а здесь почему-то нет. Быть может, тебе заказали обзор данного проекта и выдали накрученный аккаунт или что-то в этом роде? Ну, это, конечно же, так, мысли вслух, а не утверждения. Но в комментах можно заметить даже официальный аккаунт PromoEra. И с этого аккаунта активно отвечают на вопросы недовольных пользователей, так как не только я один заработал жалкие копейки и встрял. Но нам говорят, что это мы что-то не так делаем, и, возможно, аккаунты у нас плохие, или надо перезагрузить. В общем, я все это попробовал, но ничего не поменялось. При подключении новых аккаунтов удается выполнить несколько заданий, а потом капсда. Финита ля комедия. В общем, пока какая-то хрень. Внимание, апдейт. Сегодня на дворе у нас 6 декабря, и я решил зайти в промо-эра, и, о чудо, лед тронулся, господа присяжные. На балансе уже 77 центов, и заданий выполнено уже более 500. Так сказать, растем. Правда, все равно за столь продолжительный промежуток времени столь слабый заработок. Тем более, если отбросить 50 подарочных центов, то наш заработок составит всего 27 центов. В общем, что хочу сказать. Может быть, Артем и не врет насчет баланса. И может быть, в то время действительно платили больше. Но сейчас проект PromoEra практически не платит. Поэтому я считаю, что PromoEra хрень и делать там нечего. Это говно. Говнище. Итак, переходим ко второй схеме по заработку. Она намного интереснее, чем первая, потому что зарабатывать мы будем через партнерку от AliExpress. И что самое интересное, нам для этого не потребуется никаких вложений, а свои первые деньги мы сможем заработать уже на следующий день. Давайте глянем. В общем, просто повторяй и зарабатывай, тем более, что автор за сутки заработал аж 10 тысяч рублей, что он нам и показывает. Даже я сам сегодня заработаю с этой схемой абсолютно с нуля. Ну что ж, как говорится, можем повторить. Итак, следуем четко инструкциям автора, дабы не нарушать технологию. Всего за одну его продажу мы получим 10%, это приблизительно 1400 рублей. А что, если по вашей ссылке перейдет ну хотя бы 10 человек, друзья? То это уже 14 тысяч рублей. Может, не перейдут, а купят товар? За переходы-то не платят? Ну это ладно, я так докопался до мелочей, но оговорился человек, ну с кем не бывает. Идем дальше. Итак, первым делом заходим в Телеграм и создаем здесь канал. Даем ему название по типу AliExpress, лучшие товары для 11 ноября. И теперь нам нужно просто накидать ссылки на любые товары AliExpress. С этого мы не заработаем, но это нужно сделать обязательно. Так, создаем канал в Телеграме и наполняем левыми товарами из Алишки, чтобы сделать видимость движухи. И партнерка нас приняла. Понял, сейчас сделаем. Сразу врубаем режим монтажа, чтобы хоп, и все готово. Теперь, друзья, нам нужно сюда накрутить приблизительно 1000 подписчиков. В общем, Артем предлагает, кстати, да, Ринга зовут Артем, поэтому будем называть его по имени. Кстати, как много Артемов стало? Тарасов, Маслов, Кузнецов. Совпадение? Да, совпадение. В общем, суть в том, чтобы накрутить подписчиков через сервис BossLike. Надо лишь создать задание и выставить цену в одну монету, после чего буквально за 10 минут Артем набирает 1000 подписчиков на телеграм-канал. Пиздёж! Ну, я-то точно знаю, что за одну монету на сервисе BossLike на вас хрен кто будет подписываться. А уж если и найдется такой странный человек, то он, скорее всего, будет в единственном экземпляре. Ну да ладно, Артем у нас босс, будем следовать четко его инструкциям.
Прошло 15 минут, и на моем канале полный ноль. Никто почему-то не захотел подписываться за одну монету. Ну, я так и сказал. Ладно, все равно нельзя останавливаться, я подбавлю деньжат к имеющимся баллам, чтобы выставить ценник повыше. И даже с учетом того, что мой ценник был гораздо выше, чем у Артема, люди медленно подписывались на канал. Пришлось ждать до следующего утра, и даже тогда еще не все было выполнено. А когда все 1050 подписок были исполнены, я обнаружил, что более половины из них отписалась, и на канале осталось менее 500 верных соратников. Поэтому мне даже пришлось дозаказывать подписоту, заплатив за это еще около 200 рублей. Ох, мастер Ринга, разоришь ты меня своими схемами. Хотя, я ведь все равно заработаю 10 тысяч рублей за один день, поэтому все это окупится, да? Итак, что там у нас дальше? Итак, первым делом проходим здесь регистрацию именно как вебмастер. После регистрации жмем «Мои площадки», здесь «Добавление площадок», вставляем ссылку на наш телеграм-канал, оффер выбираем AliExpress, и площадка улетела на модерацию. И так как у нас, друзья, канал имеет много подписчиков, он не пустой, то нашу площадку одобрят и дадут разрешение на то, чтобы публиковать там эти специальные ссылки на товары. Ага, регистрируемся и отправляем наш канал на модерацию. У нас есть более 1000 подписчиков, 5 записей, должно сработать. О, кстати, у последней записи аж 85 просмотров, мое почтение. Ладно, сегодня нам кушать не дадут, а время уже почти 2 часа ночи, поэтому я спадки, утро вечера мудренее. Итак, наступило веселое и бодрое утро. Время смотреть, что же нам скажут в личном кабинете сервиса EPN. К сожалению, в данный момент рекламодатель не заинтересован в сотрудничестве. Что? То есть, меня отшили, что ли? А что нам обещал мастер ринга? Так как у нас, друзья, канал имеет много подписчиков, он не пустой, то нашу площадку одобрят и дадут разрешение на то, чтобы публиковать там эти специальные ссылки на товары. Ой, не лги, царю лжешь. Ну вот как так-то? У меня даже подписота больше, чем у него, но его взяли, а меня нет. Вот это я получил, да? Ну спасибо. В общем, какая-то херня, Артем, ты не находишь? А вот я хотел бы посмотреть, как ты прошел модерацию. Ну, то есть, где будет написано, что твоя площадка одобрена. Откуда мы, твои вожделенные зрители и поклонники, можем знать, что тебе одобрили площадку? Ну да ладно, к этому я еще вернусь. А теперь переходим к следующему моменту, а именно как Артем будет лить трафик бесплатно на свою площадку. В общем, все, друзья, я добавил кучу-кучу различных интересных товаров и теперь просто копируем ссылку на наш телеграм-канал. Теперь идем на YouTube и пишем товары с AliExpress. Открываем любое абсолютно видео и пишем в комментариях примерно следующее. Только вот это все до названия нашего телеграм-канала убираем и просто вставляем собачку. Ну и нажимаем, собственно, отправить. Ага, то есть после того, как нам одобрили наш канал, ну точнее не нам, а Артему, он предлагает заполнить канал уже партнерскими ссылками, после чего оставлять спамные комментарии в тематических видео про AliExpress. На протяжении 2 часов Тёма хреначит как сам дьявол, вставляя ссылки в комментарии под видео, хотя на самом деле... Врет! Да, врет. Я более чем уверен, что не сидел никаких 2 часов, и я чуть позже скажу, почему я так решил. А уже на следующий день после регистрации Артем заработал аж 136 долларов, которые успешно вывел в течение 2 минут. Эх, Артем, а! Вы только гляньте, друзья, всего за 2 дня мне удалось заработать уже очень приличную сумму. За первый день я капнуло 82 доллара, а за второй, за сегодня, уже капнуло 53 бакса, хотя это только начало дня. Нажимаем «Заказать выплату». И все, теперь эта выплата придет ко мне в течение нескольких минут. И вот, друзья, спустя пару минут ко мне пришло 10 374 рубля на мою карту. Как видите, это там не какой-то скриншот, все листается, все обновляется. Давайте же теперь разбирать всю ту ересь, что он нагнал. Вы знаете, я решил зайти на его телеграм-канал, который он создал в видеоролике, и обнаружил хренову тучу почти таких же каналов. Подозреваю, что это те, кто хотел заработать на его схеме. Но судя по тому, что партнерских ссылок нигде нет, все соснули, ну конечно же в том числе и я. А канал самого мастера ринга оказался абсолютно пустым. Только отметка о создании, а количество подписчиков составляет всего 1 штука. Я просто хотел посмотреть охваты, но прохаванный Тёмчик почистил за собой следы. Что ж, идем дальше. EPN аккаунт Артема не свежий, то есть он не регистрировался в тот же день, а просто вошел в него и сразу перешел в добавление площадки, минуя список существующих площадок, которые там скорее всего уже имеются. Более того, видно, что имеется дохрена уведомлений от техподдержки. После этого он даже не удосуживается нам показать, как приняли его площадку. Он просто говорит, что ну приняли и все. А что, так можно было, что ли? Почти через сутки после того, как он якобы раскидал партнерские ссылки под разные видео, он нам показывает, что заработал аж 136 долларов. Всего за сутки. То есть, с помощью говна и спама Ринга заработал 136 долларов и тут же снял их прямо при нас. Снял при нас деньги через сутки после того, как какой-то замечательный человек якобы перешел по его ссылке и купил товар. Вот сейчас слушаем внимательно.
Есть такой термин «холд», который используется в партнерских программах. Суть его такова, что когда покупатель приобретает товар по вашей ссылке, то деньги поступают не на ваш баланс, а именно в холд. То есть это что-то типа посредника-гаранта между магазином и покупателем. Для того, чтобы доход был переведен в режим подтвержденного, то есть на ваш баланс, товар должен быть доставлен покупателю. Для России это занимает в среднем 10-50 дней. Далее внутри магазина по каждому заказу проводится бухгалтерская проверка, которая может занимать около 1 месяца. Ну, нет, конечно, как правило, занимает намного меньше, но все-таки это не один день. И как только магазин завершает свою проверку, мы получаем от них информацию о том, что заказ подтвержден. Он переводится из дохода обработки на баланс вашего счета. Только тогда мы можем вывести эти деньги, и никак не на следующий день. Почему вы все время врете? Я не знаю, является ли его баланс фейком, который он подрихтовал в коде элемента или нет. Быть может, это и реальный баланс, ведь мы знаем, что аккаунт старый и трафик льется не с того говноканала, который этот Ринго создал при нас. Да и можно заметить, что владельцем канала аккаунта является какая-то Виктория Дмитриева. Ну, хотя может это и Артемка под девками регистрируется, поди разбери. И кстати, вот еще одна веская причина, почему Ринго звездобол. Судя по видео, он начал съемки 9 ноября. В этот день он создал канал в телеге, накрутил его, зарегистрировался в VPN и даже прошел модерацию, после чего 2 часа спамил партнерскими ссылками под разными видео. После этого он показывает телефон с даты 9 ноября и прощается с нами на сутки, чтобы посмотреть, сколько он заработает. На следующий день он показал нам дату и время на телефоне, уже в новой одежде, ну тут все как полагается. Вот только есть одна такая малюсенькая несостыковочка. В видеоролике его замечательное личико загораживает дату создания канала. Но мы-то с вами можем пойти в телегу и найти его канал и выяснить, что свой канал он создал 10 ноября, а не 9, как он утверждает. И снова из твоих уст льется неимоверная ложь. А ведь когда ты нам показываешь баланс, то мы видим 9 и 10 ноября. Откуда деньги за 9 ноября, если канал, на который ты якобы лил трафик, создан 10 ноября? Тебе вообще не стыдно? Каждое твое слово пропитано ложью, да и эти наигранные эмоции тоже ни в какие ворота. В общем... Вы пиздобол, сэр. Ну и давайте по-быстрому разберем еще одну схему, которую я нашел в его ролике под названием «Быстрые 500 рублей в день без вложений». Ну давай, Артем, посмотрим, какие там 500 рублей и без каких вложений. В общем, как указывается на самом сайте, сервис MediaGram представляет собой платформу, которая занимается записью и продвижением разнообразных композиций. Прослушивая эти композиции, мы с вами можем зарабатывать реальные деньги. Об этом, собственно, нам и говорит сам Артём. Сразу после регистрации здесь можно начинать зарабатывать. Заработок тут строится на прослушивании музыки. То есть вы просто слушаете треки, которые вам дают, и за это вам платят реальные деньги. За прослушивание одной композиции нам будут давать по 0,3 грамма. Грамм в данной системе приравнивается к 1 доллару, то есть за каждую песню мы будем получать 0,3 цента. Всего в день нам доступно 25 прослушиваний, а это значит, что ежедневно мы сможем зарабатывать максимум 0,75 доллара. Если мы переведем все это дело в рубли, то получится примерно 57 копеек в день, то есть 57 копеек в сутки. Достойно? Как по мне, какая-то херня. Я на русалках больше заработаю! Пошли! Но не спешим закрывать сайт, ведь мастер Ринго предлагает нам увеличить этот заработок, ведь он же как-то заработал 45 баксов. Как вы видите, у меня на балансе сейчас лежит 45,5 баксов, то бишь граммов. Я просто вот так вот каждый день слушал треки, и мне набежала вот такая вот сумма абсолютно без вложений. Верится, если честно, с трудом, но давайте посмотрим, что нам скажет великий гуру. Чтобы эти треки переключались автоматически, здесь сделали автоплеер. Этот автоплеер можно активировать за 10 грамм. Ну да, конечно же легче, когда треки переключаются сами и не приходится проходить капчу. Правда, эта услуга обойдется вам в 10 грамм, то есть в 10 вечно зеленых долларов. Можно пополнить счет с карты или кошелька, а можно списать десятку с баланса. И об этом Артем сам говорит. Их можно опять же заработать, либо можно пополнить. Да, заработать! А знаешь ли ты, дорогой Артемка, сколько дней нужно слушать песенки, чтобы заработать 10 долларов с нуля? Давай-ка посчитаем. Разделим 10 долларов на 0,75. Что мы получим? 1034 дня. То есть на это потребуется примерно 3 года беспрерывного прослушивания. 3 года! Тебе самому-то не смешно? Но на самом деле ты уже толкаешь своих зрителей к пополнению, так как никто не будет ждать более 1000 дней для подключения не такой уж и важной услуги. Тем более 1034 дня это идеальный исход, без единого пропуска. Я сомневаюсь, что такое вообще в принципе возможно. Но у Артемки деньги на балансе есть. Ну, значит, он же как-то наслушал.
Поэтому он расстается с десяткой ради того, чтобы показать нам, как все это работает. Очень похвально, Артем, очень похвально. Также, друзья, здесь можно за каждый прослушанный трек получать намного больше. Вот это другой разговор. Ну, если можно больше, то, видимо, я погорячился с тем, что набросился на тебя. Хотя, давай посмотрим. Для того, чтобы активировать следующую категорию, необходимо заплатить 5 грамм. Их, опять же, можно накопить абсолютно без вложения, просто слушая музыку, либо пополниться. И после активации вы будете уже получать, по сути, в 2 раза больше за каждый прослушанный трек. Так, понятно, увеличение категории стоит 5 грамм. То есть заработать $5 без вложений мы можем только через 517 дней. Зато благодаря покупке данной категории мы будем получать не 0,3 грамма, как это было на базовом тарифе, а 0,66 грамма. То есть за день мы заработаем 16,5 центов, а за месяц заработаем те же самые $5. То есть за месяц мы окупим тариф и продолжим зарабатывать уже чистыми по 16,5 центов в сутки, а не по 0,75 цента в день. Категории здесь дохренища, вплоть до того, что можем зарабатывать по $8,5 за один прослушанный трек. Правда, для этого нужно будет заплатить $7,500. Но зато окупаемость всего чуть более месяца. Где вы еще найдете такой сладкий проект? Ну что, берем кредит и вкладываемся? Нет. Сам же Ринго берет тариф за $25, благодаря которому он будет зарабатывать по 3,33 цента за одну песню, то есть по 83 цента в день, или примерно 63-65 рублей в день. Ну что ж, совсем неплохо для такой плевой работы. Смотрите, здесь есть еще одна очень прикольная фишка, это VIP-аккаунт. Ну а перед тем, как вывести деньги, он показывает нам еще одну прикольную фишку, а именно VIP-аккаунт, который облегчит нам жизнь на данной платформе. Конкретно, если мы приобретем VIP-аккаунт, то мы сможем прослушивать по 30 треков ежедневно вместо 25, что увеличит наш заработок. Помимо этого, бонусом нам будут платить на 0,15 грамм больше. Просто сказка, берем не глядя. Но Ринго не возьмет, так как деньги кончились. Денег, как известно, нет. Ну и в конце Артем нам показывает, как он выводит $10 на свой Kiwi кошелек. И даже доказывает нам, что деньги дошли, показывая свой телефон. В общем, рекомендую вам данный сервис, ссылка будет в описании. Пока-пока. Ну, конечно же, вы поняли, что это все типа шутка. На самом деле сервис MediaGram — это редкостное говнище. Уже сразу можно понять, что сервис явно не нацелен на то, чтобы вы заработали. Об этом свидетельствуют многочисленные платные бонусы, типа прослушивания без капча, более дорогой тариф с увеличением оплаты и, конечно же, VIP-аккаунт. Ну сами подумайте, нахрена это нужно, если это сервис по раскрутке? Чем больше заплатишь, тем больше получишь. Да, и кроме того, вы только гляньте на эти грамматические ошибки. Это вам не какой-то блогер, который имеет право на ошибки. Это крупный сервис. У таких сервисов нет элементарной редактуры, что ли? Ну гляньте сами, идем вниз в рубрику «Вопрос-ответ». Соответствовать вместо соответствовать и придет вместо придет. Прийти – да, придет – нет. А как насчет реквизитов? Да их просто нет. Что это вообще за контора такая международная? Никакой информации. В общем, суть проста как 5 копеек. Эти негодяи не дадут вам заработать. Нет, конечно дадут, но при одном условии, о котором я сейчас расскажу. То есть на базовом тарифе вы хер когда заработаете минималку. Мы с вами высчитывали. А вот на втором тарифе за 5 баксов мы наберем минималку, то есть десятку, всего за 2 месяца. Вот только этих денег нам вывести не дадут. Вы помните типа экономическую игру Rich Birds про птичек? Тут все работает примерно так же. Часть средств вам дадут вывести, но не более того, что вы вложили. А точнее, намного меньше того, что вы вложили. Судя по отзывам, когда люди набирают минималку, то их начинают обрабатывать, чтобы они покупали тариф получше, чтобы заработать больше. Ну и, конечно, говорят, чтобы они покупали всякие плюшки. Большинство пользователей поддается этому и идет дальше, а те, кто не соглашается, идут в пеший сексуальный поход и даже своих денег обратно не получают. Единственный вариант вывести все свое и заработать в проекте – это, конечно же, привод новых лохов. То есть рефералов, чем мастер Ринго собственно и занимается. Я, конечно, не берусь утверждать на все 100%, но на 99,5% я уверен, что эти $45 он сам кинул себе на счет. На 35 баксов он приобрел себе другой тариф и автопрослушивателей, а 10 баксов беспрепятственно вывел, так как $10 является допустимой суммой для вывода при вложенных 45. Вы знаете, я раньше думал, что Орловский творит жесть со своими говносхемами. Кстати, не видели его признание, где он рассказывает про фуфлагонство? Как вам оно? Ну ладно, я что-то отошел от темы. Если какой-нибудь Ильенко, Орловский или хрен с ним даже Кузнецов показывают какие-то свои схемы, не показывая при этом результаты своей деятельности, то мастер Ринго показывает, сколько ему удалось заработать,
вывести и сует нам в лицо якобы доказательства, которые, как вы уже поняли, могут быть не совсем правдивыми. То есть это уже совершенно другой уровень. Протестую. Мастер Ринга снимает честный контент по заработку. Он никого не обманывает. Более того, он разоблачает различного рода лохотроны. Поэтому называть его каким-то вруном или обманщиком просто не имеет никакого смысла. И вообще это клевета. Нет, конечно, на канале Артема есть и видеоролики с проверками сервисов, а также разоблачение платящих сервисов с комиссией. Ну, типа, знаете, как большой опрос, возвращение НДС и так далее. Но все это такие мелочи по сравнению с тем фуфлагонством, коим он и занимается. Это как какой-нибудь лицемерный Эдвард Билл, который сначала натворит говна, а потом пару сотен тысяч рублей пустит на благотворительность, и все, он хороший нимб над головой. Ну и, конечно же, я не мог не упомянуть о втором канале Мастера Ринга под названием Money Bitch, то есть денежная сука. Канал нацелен исключительно на положительные обзоры, внимания финансовых пирамид. Причем в основном быстро скамящихся. Не проходит и двух недель, как проект перестает платить. Ну а так все по классике. Называет пирамиду инвестиционным проектом, хотя это ни хрена не инвестиции. Тут скорее правильнее называть псевдоинвестиционный проект. Но, конечно же, никто не будет называть пирамиду пирамидой. Сами посудите, какая фраза будет более притягательной. Друзья, хочу вам порекомендовать один классный инвестиционный проект. Или, друзья, хочу вам порекомендовать одну финансовую пирамиду. Я думаю, что выбор очевиден. Также он делает обзоры экономических игр, которые по сути являются хайпами. Осуждаю. Ладно, мы хотя бы заранее предупреждал, что проект хайп по-любому соскамится в скором времени, но мы обходимся жиденьким дисклеймером. Ну и, конечно же, отдельно хочется Артему сказать про его рекламу. Вот ты тут недавно отрекламировал канал Traffic Guru. Недавно наткнулся на интересный YouTube-канал. Его создатель Алексей Семенов вытаскивает на свет все простые способы заработать денег с минимальными вложениями. И вот у меня такой вопрос на засыпку. А ты знаешь, чем занимается этот канал? Канал Traffic Guru является мошенническим. И я искренне надеюсь, что ты просто не знал, кого ты на самом деле рекламируешь. В общем, ты меня разочаровал, Артем, и, безусловно, ты становишься еще одним номинантом на премию «Золотой лохотрон» в номинации «Фуфлагон года». Посмотрим, как проголосуют зрители. Кстати, не забываем голосовать в ссылке в описании или в группе ВК. Ну а теперь рубрика «Мама, я в телевизоре». Сегодня у нас будет всего одно сообщение, но зато какое. От канала «Деньги есть». Сообщение было написано под роликом про фуфлагонов. Комментарий от Игоря получился очень развернутый. Сразу отвечу про хайп. Просто меня постоянно просили разобрать твой канал, хотя скрывать не буду, я, конечно же, полагал, что данный ролик может вызвать интерес у аудитории, которая знает твой канал. Но, если бы я хотел реально похайпить, то я бы записывал всякую дичь, типа Мелстрой или Моргенштерна, о которых сейчас каждый второй разоблачитель за каким-то хером рассказывает, или вообще про признание пограничника. Не успело выйти интервью у Алистарова, как все налетели со своим дохера важным мнением. Про фуфлагонство я уже объяснял. В качестве примера даже привел схему с составлением своего мнения. Ни сам не проверил, нет отзывов от российской аудитории, а только пара отзывов о том, как какие-то американские блогеры заработали два раза по 10 долларов за полгода. А так на твоем канале можно, конечно же, найти действительно интересные видео, да и аудитория тебя в принципе любит. Также я прекрасно знаю, что ты умеешь, могешь, в смысле зарабатывать, помимо своего YouTube канала. Поэтому я также не могу назвать тебя откровенно фуфлагоном, но нотки определенно присутствуют. Тем не менее, я не буду включать канал «Деньги есть» в список фуфлагонов года для своего предновогоднего видео, так как соревноваться с остальными глупо, останешься позади. Ну а на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно бахните в колокол, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Спасибо за просмотр, пока!